Спецоперация КНБ. Задержаны иностранцы, подозреваемые в подготовке терактов. В Комитете нацбезопасности опубликовали видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане. Специальная операция прошла 10 января 2019 года в Алматы. Задержана группа иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане. Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. По версии следствия, задержанные лица действовали по заданию под руководством пребывающих за границей боевиков ДАИШ. По этим же данным, применение взрывных устройств и последующую вооруженную атаку намечалось осуществить в Алматы, в местах массового скопления гражданского населения. Следственные мероприятия продолжаются. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока.